Меня зовут Галина Кравченко. Мне 74 года. Я живу на Украине. От клиники пластической хирургии доктора Лема я узнала из интернета. Там же я прочитала много положительных отзывов. Я подумала, что женщина в любом возрасте должна выглядеть привлекательно, и решила обратиться к доктору Лему. Вначале было страшновато, но страх прошел сразу же после первых инъекций. Доктор Лем делал их уверенно, аккуратно, словно рисуя мое лицо. После каждой инъекции он спрашивал, не больно ли мне, как я себя чувствую. Разговаривал он со мной на русском языке, это поразило меня и вызвало к нему особое доверие. Результаты операции были уже видны на следующий день. Глубокие морщины стали значительно меньше, а мелкие практически изгладились. И не были видны отеки и синяки, совершенно не были видны под макияжем. Ой, придется перерывать. Перед макияжем. Сейчас. Уже через 5 дней, вот перерыв надо сделать, скажи так. Уже через 5 дней я с удовольствием смотрела в зеркало на свое лицо и принимала комплименты родных и близких. Я благодарна доктору Лему. Я поражена его мастерством, высоким профессионализмом и талантом. Я желаю ему больших успехов в его труде, в его благородном труде. Делает нас, женщин, моложе, красивее, а значит и счастливее. Крепкого ему здоровья и долгих лет жизни.